Это коридор. Коридор. Это ванная, туалет. У нас нету воды. Мы из бутылочки, все из бутылочки. А я обгорела. Какой кошмар. Загореть в горах. Осенью. Так, дальше идет наша комната. Две кровати. Зеркало, телевизор, где не работает пульт батарейки. Вообще здесь живут спортсмены перед какими-то соревнованиями на сборах. Ну, пока здесь никого, только мы. Там балкон. Вид с балкона. Шумит горная река. Там у нас тут стульчик, столик, там балкончики. Горы, горы, горы. Стройки, стройки везде продаются, кстати. Естественно, везде горы. Ледяные горы. Видны, здесь сейчас нет, а то видны дорожки, по которым сходят сели. Бывают видны водопадики, замерзшие реки. Вот это там что-то красивое такое. Наверное, солнышко падает. Блик от солнышка. Да, там блестит лед. Посмотрите, я приблизила, как все близко, как все красиво. Туда лазят альпинисты. Вон, блин, делать нечего. Холодно, не месяц май, холодно. Холодно, холодно.